Всем здравствуйте, меня зовут Александр Подалко. Сегодня у нас на установке Nissan X-Trail 2020 года в рестайлинге. В комплектации была магнитола с одной камерой, без кругового обзора. Мы сюда поставили Red Power 71301 Slim. Значит, здесь у нас отображаются двери, отображается парктроник, передний и задний, поворотные линии от оригинальной камеры. Что тут еще? Ну, вроде из основного все. Ну, плюс у нас умеет на щиток приборов выкидывать информацию о радиостанциях. Микрофончик для громкой связи мы поставили вот сюда вот наверх, в оригинальное место. Штатный чуть-чуть подвинули. Значит, у нас подключен штатный USB AUX. И дополнительно, ну, клиенту больше ничего не нужно, вывели сюда USB-шку. То есть слот под симку ему не нужен. Значит, здесь как бы все работает полностью. Подсветка. Сейчас я вам запущу GPS-тест. Мы всегда проверяем на улице, чтобы все работало. Антенны у нас установлены в правую стойку. То есть чуть повыше у нас GSM, чуть пониже у нас GPS. То есть вот так у нас GPS-тест показывает. Все работает, все полностью перепроверили. Если вы хотите такую установку в Санкт-Петербурге, звоните. Мои контакты есть на сайте redpower.ru в разделе «Установка». До свидания.